Карло, какой сюрприз? Я только что собирался к тебе, чтобы отметить. Как тебе мой новый кабинет? Мне оставил его адвокат Тафоя. За хорошую работу. Он уходит. Все теперь в моих руках. И он увеличит мне жалование. Ты рада? Кристобаль жив. У меня не осталось сомнений. Это Андрес Акоста. Она узнала меня, она знает, кто я. Приходила ко мне домой. Как ты поступил? Все отрицал, но она не поверила. Хотела взглянуть на мои руки, она знает о шраме. Я же просил тебя быть осторожнее. Не верится, она меня узнала, а Сильвана нет. Благодари Бога, что твоя жена не догадалась. Только с этим пока все в порядке. Со всем остальным одни проблемы. И вдобавок, Писаро нашел деньги. Из-за него я потерял все. Деньги сейчас не главное, их уже не вернуть. А вот что делать с Карлой? Надо убрать ее. Что ты говоришь? Хватит того, что я потерял деньги. Я не хочу потерять Сильвану. Ну, что значит убрать ее? Сделать то, что мы должны сделать. Ты не понимаешь? Если Карло будет молчать, я продолжу свой план. Писаро обвинили в том, что он украл $1 миллион, которые мы с тобой поделили. Я не тратил этих денег на себя. Они были у тебя, а это одно и то же. Я стал партнером Сильваны. Я буду ее единственной поддержкой. А если Писаро угодит за решетку, я смогу на ней жениться. И ради этого ты готов убить Карла. Он прогнал меня из своего дома. Сказал, что если я буду настаивать, он попросит Сильвану уволить меня. Но это он. Чем больше я его видела, тем больше убеждалась. Когда я назвала его по имени в первый раз, я увидела, как он испугался. Но если он все отрицал и рассердился, может быть, ты ошибаешься? Нет, я не сошла с ума. Я этого не говорил. Но он так сказал. Как это не фантастично, но я права, Кристобаль жив. Если так, кто тебе поверит? Его родственники и знакомые были на похоронах. Они видели его в гробу. Что ты будешь делать? Не знаю. Я бы никому не сказала, только я хочу быть с ним рядом. Проходи. Добрый день. Привет. Привет. Здравствуйте. А Донья Кука? Она ушла в магазин и скоро придет. Вам что-нибудь нужно? Нет, нет, спасибо. Если хочешь, можешь идти. Я еще не закончила. Неважно, оставь это. Хорошо. Спасибо. Извините. Что-нибудь выпьешь? Нет. Я хочу, чтобы ты мне все объяснил. Что именно? Почему ты не сказал, что деньги были в моем доме? Андреа сказала тебе? Да. Она очень испугалась. Ты просил ее никому не говорить? Конечно. Даже мне? Конечно. Я не хотел, чтобы ты узнала, что я нашел деньги у тебя дома. Я сделал так. Ради твоей безопасности и безопасности Андрея. Не понимаю, при чем здесь наша безопасность. Сильвана, я не хочу, чтобы люди Ордуньи снова появились в твоем доме. Фернандо Роблес на свободе. А может, ты не хотел, чтобы узнали, что ты нашел доллары? Не могу поверить, что это говоришь ты. А что ты думал услышать? Эстебан, после того, что я увидела в новостях... Я поехал к своему шефу сдать эти деньги. А по дороге потерял $1 миллион. Нет, ее нет. Скажи, зачем она тебе, Эсперанса? Хорошо, я передам.
Да. Тетя, это Изаис. Звонила Эсперанса. Писаро вернулся домой с женщиной и попросил ее уйти. Он спросил про меня? Да. Она сказала, что вы в магазине. Я рядом с ними и еду туда. Быстро отвези меня домой к Писаро. После того, как я отказался, Ромеро сообщил репортерам, что я украл часть денег. Но я нашел только 4 миллиона. Клянусь, Сильвана. Где же еще 1 миллион? Откуда я знаю? Думаешь, он все еще у меня? Не знаю, возможно. Может быть, из Сан-Франциско передали не все деньги, или Кристобаль спрятал их в другом месте. У меня нет этих денег, Сильвана. Поверь мне. Я знаю, что ты честный. Что ты говоришь мне правду. И все-таки я беспокоюсь. Я тоже. Это может повредить и мне, и Андрей. Знаю. Я понимаю, что ты чувствуешь. Со мной было то же самое, когда я подозревал тебя в убийстве Кристобаля. Мне бы хотелось свозить тебя к зампрокурору. Он был моим преподавателем в университете, он верит мне и хочет помочь. Тебе не нужно этого делать, не нужно. Возможно, он смог бы тебя убедить. Он верит в меня. Верит моему слову. А кроме того, ситуация осложняется из-за наших отношений. Ты была под подозрением. Понимаешь? Да. Прости меня. Я не должна была сомневаться в тебе. Наоборот, мне следовало поддержать тебя. Кто там? Это я, Кука. Входите. Вы уже пришли? Да. Я ходила в магазин, но не смогла все купить. Сходите еще раз. Я только разберу сумки и уйду. Нет, не беспокойтесь. Я сам разберу, а вы идите. Хорошо, я скоро. Спасибо. Я попал в ловушку и не знаю, как выбраться из нее. Я пойму, если ты захочешь прекратить наши отношения. Нет. Постой. Я люблю тебя, просто я растерялась. Вот как мы сделаем. Подумай хорошенько. Мне обидно, что ты сомневаешься во мне, но я все понимаю. Ты по-прежнему хочешь нашей свадьбы? Не знаю. Скорее, это ты должен решать. Если хочешь... Можешь забыть о ней. Ваша нога день ото дня все лучше. Отлично. А как ваша сестра? Спит. Хорошо, что она не видела новостей. Вы уже слышали, что говорили про инспектора? Да, кое-что слышал. Его обвиняют в том, что он украл $1 миллион из тех 5. Я знаю. А вы как думаете? Ну, откуда мне знать, что у них там в полиции? Но я уверен, инспектор не брал этих денег. Он не мог найти больше 4 миллионов. Почему? Почему ты так уверен? Откуда ты знаешь, что там было только 4?